Обращаюсь к луганчанам. Луганская область. Где вас бомбили 8 лет? Я устала это читать и смотреть тиктоки. Расскажите мне, где у нас были военные действия только 14 года октября месяца. Я сама коренной житель Луганской области, с города Краснодон. Кто вас бомбил? Вас обижала украинская армия, может быть? А ну-ка расскажите, когда? Это что за бред? Давайте я вам напомню, кто вас бомбил. Давайте я вам напомню юбилейные, где за юбилейным становились грады и оттуда херачили. Или лесной, где во дворы заезжали грады и тоже херачили прямо со дворов, чтобы ответка прилетела куда? Туда. И кто виноват? Укропы, да? Детский садик «Радуга» вам напомнить? Когда летела авиация, и ваши защитнички все прятались в этом садике и вокруг этого детского сада. Помните? А в садике была куча детей. Детей до 5 лет, до 6. Это защитники? Это вас бомбили укропы? Троллейбус возле почты. Пьяные защитники переехали на танке чи на БТРе. И погибли там люди. Тетя Лена с центрального рынка там погибла. Помните такое? Где у вас была война? Вы воевали сами с собой? Чеченцы в пиццерии зарезали 3-2 официанток и повариху, которой было за 60 лет, чи под 60 лет, а перед этим изнасиловали. Тоже укропы? Или это ваши защитнички, которые пришли защищать Донбасс? А про их там нет, тоже помните? Как через Изварино заходили все танки, грады, вся техника перла через Изварино. Помните все, да? Так подождите, вас же стреляли укропы. Тогда почему с Российской Федерации перла техника через наш город Краснодон? А помните, когда наши уже зашли в Краснодон? И когда с РФ, с Ростова, они палили градами прямо по нашим в поле. Помните? И тоже Украина обстреляла. Да если бы они хотели, они простреляли нахер весь Краснодон. Но они зашли и стояли там. И с России подло. Ночью их всех сожгли. А как арестовывали нас всех, кто за Украину, и на подвалы кидали? Было? Ребята, меня арестовывали с 2 детьми. Коля Рольян, сука, кричал: представитель правого сектора, держите. И 4 автоматчика меня вели через весь город. А арестовал он меня прямо за юбилейного и вел до ментовки. Очнитесь, слава Украине!